Здравствуйте, уважаемые родители. Я Красовский Сергей, подростковый психолог. Чрезвычайно рад вас всех приветствовать. Спасибо огромное, что нашли время посмотреть мое видео. Тема достаточно интересная. Буквально сегодня получил письмо. Хочу прочитать. Значит, пишет уважаемая родительница. Сергей, добрый день. Скажите, как себя вести? Сын 14 лет решил наказать одного учителя, который и так, на мой взгляд, не должен работать с детьми. Она прекрасный специалист, но не учитель. Сын игнорирует ее предмет, оценка выше 3, соответственно, не поднимается, но ниже 3 пока тоже не опускается, слава богу. Однако на уроке он демонстративно играет в телефон, отвечает ей достаточно дерзко, ну и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, вот такой важный момент, я думаю, что так или иначе у всех подростков бывает период, когда подросток хочет, ну, как-то отомстить, как-то вот поставить свое «я», чтобы, ну, учитель уважал, что ли. Ну, что греха таить, с уважением у нас в школе вообще напряженка в наших современных школах. Я не говорю, что во всех. Я говорю, что в некоторых школах нашей страны у учителей большая проблема с уважением относительно учеников. Ну, к ученикам уважение. Так вот, как себя вести уважаемой маме, да? То есть, ну, идти разбираться смысла нет, она постоянно получает гневные смс-ки там от этой обиженной учительницы. И как бы я посоветовал себя вести? Нужно поговорить с подростком и сказать, что да, ты обижен, да, ты расстроен, только посмотри на ситуацию немножко по-другому. Если тебе не нравится, как ведет себя этот педагог, это не значит, что она совсем уж плохая. Это значит, что она не справляется. То есть, как педагог, она не умеет увлечь молодых людей своим предметом, в котором она вроде бы как хороший специалист. С этим никто не спорит. То есть, педагогика – это умение прежде всего, это навык. Преподавать – это навык. Этому навыку нужно научиться. К сожалению, видимо, у этой преподавательницы навык хромает. Не хорошо и не плохо. Просто вот представь себе, дорогой мой сын, ну как бы я себя повел, да, вот представь себе, что ты вынужден по какой-то причине делать что-то, что ты не очень хорошо умеешь. И вот ты это делаешь, ты стараешься изо всех сил, ты пытаешься сделать так, чтобы людям понравилось, но ты видишь, что ты не дотягиваешь. Более того, ситуация усугубляется тем, что тебе периодически показывают, что ты недостаточно хорошо справляешься с этим делом. От этого у тебя, естественно, внутри, так сказать, происходит конфликт, самооценка начинает падать, уважение к себе падать, и тогда дело еще хуже начинает получаться. То есть, дорогой мой, вместо того, чтобы обижаться, нужно научиться быть выше этой проблемы. Ты пожалей ее. Она ведь несчастный человек. У нее не получается то, за что она получает деньги. То есть первым наперво она должна была научиться преподавать, освоить этот навык. Но у нее не получается. Ей не дано. Есть люди, которым просто не дано быть преподавателем. В силу каких-то причин мы вообще в это погружаться не будем. И если тебе не нравится, если твоим одноклассникам также не нравится, как она преподает, если вам некомфортно на ее уроках, если она позволяет себе повышать голос, выходить постоянно на конфликтную ситуацию, то она несчастна. Потому что человек, у которого беда в груди, в душе беда, он не может решать проблемы по-другому, только конфликтом. У этого человека переживание. Она себя не любит, у нее все плохо. Только подумай об этом. И вот с помощью вот такого вот приема, это эмпатия, то есть когда мы предлагаем ребенку надеть на себя рубаху другого человека и прочувствовать эмоции другого человека, обратить внимание ребенка, что этот человек несчастен прежде всего, именно поэтому не получается. Что у этого человека с самооценкой проблема. Именно поэтому она не справляется. Поэтому, ну, зачем топить? Зачем быть злым?
Если можно быть добрым, пожалей. Пожалей эту учительницу. Помоги ей где-то. Не срывай уроки, ну хотя бы. Убери телефон. Перестань вести себя таким образом, что ты демонстративно ей показываешь ее несостоятельность. Ведь если у нее на занятиях дети достают телефоны и играют, значит, преподаватель несостоятелен как преподаватель. Он не может увлечь ребенка. Только подумайте на эту тему. Это прекрасный способ научить ребенка эмпатии. А эмпатия дает огромные возможности. Когда ты чувствуешь, какие происходят эмоции в голове у другого человека, то ты можешь предсказать его поведение. Вот это вы говорите вашему подростку. Используя это не как позицию злости, а как позицию силы. Пожалей ее, прочувствуй ее эмоции, помоги ей, и она тебе будет безмерно благодарна, потому что она не справляется. Вот такая вот рекомендация для уважаемой мамы. Дорогие мои родители, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, я с удовольствием буду на них отвечать. Просто пишите, пожалуйста, в личку там ВКонтакте или там в WhatsApp, в Вайбере. Я, в общем-то, свой номер всегда публикую рядом со своими видео. Пожалуйста, обратите на это внимание. Ну и также хочу заметить, что с понедельника я начинаю набирать вторую коуч-группу уважаемых взрослых. Это будет коуч-группа 2 месяца продолжаться. Мы на этой коуч-группе будем обсуждать самые различные ситуации, которые связаны со взрослением, воспитанием, развитием современных подростков. Как ни крути, современные дети отличаются от детей 10 лет назад, 20 лет назад. Очень сильно отличаются. И тому есть очень много причин. Одна из самых главных – интернет, компьютерные игры, ну и так далее, и так далее. Дорогие мои, пожалуйста, не стесняйтесь. Пишите, звоните, запишитесь на бесплатную консультацию. Информацию по коуч-группе можно легко у меня узнать. Я вам дам описание программы. С понедельника начинаю набор, в течение недели планирую набрать только 12 человек, ни больше, ни меньше. И как только группа в течение недели наберется, мы начнем с вами работать. И вы увидите, насколько за 2 месяца ваша жизнь станет лучше, интересней, а отношения с вашим ребенком гармоничными и очень приятными. Большое спасибо вам за внимание, всем желаю счастья, здоровья и успехов. А, и маленький постскриптум. Уважаемые тольяттинцы, завтра будет тренинг личностного роста для детей в возрасте от 9 до 12 лет. Начало в 12 часов, мы работаем в Автозаводском районе. Если хотите принять участие, прямо сейчас напишите мне в личные сообщения, и я приглашу вашего ребенка абсолютно бесплатно на занятия. Спасибо за внимание, всем пока!